мужчине стукнет 60. Глаза на этот мир по-новому глядят. И не важно, какой мощности очки, так в 60 устроены все мужички. Когда мужчине стукнет 60, все его послать на пенсию хотят и готовы были дальше посылать. Путин понял все и сделал 65. Когда мужчине стукнет 60, все поднимают тосты, долго говорят, желают жить не меньше 135. Ты доброту душевную гостям прости. Когда мужчине стукнет 60, его женщины по-новому хотят, и жена его из спальни шлет привет. Его внучки старше жен на много лет. Когда мужчине стукнет 60, лекарства разные на полочках стоят. Женщине Виагра, но а также Пантокрин. В 60 они как воздух для мужчин. Когда мужчине стукнет 60, все поднимают тосты, долго говорят, желают жить не меньше 135. Ты доброту душевную гостям прости. Когда мужчине стукнет 60, они на дачах время проводить хотят. Банька, жманька, лясим, трясим, бутылек. На даче он цветет и пахнет, как цветок. Когда мужчине стукнет 60, не становятся друзьями все подряд. За это время было множество друзей, очень многих приходилось сдать в музей. Когда мужчине стукнет 60, все поднимают тосты, долго говорят, желают жить не меньше 135. Ты доброту душевную гостям прости. Раз, еще раз, будет юбилей у нас. Эх, раз, еще раз, будет юбилей у нас.